Всем-всем-всем добрый день, дорогие друзья! Вы на канале многодетной семьи Тарантино. Мы сходили с мужем, получили сухпаёк со школы. Сейчас я вам приду и покажу что-то. Хотела показать, смотрите, какой цветок расцвел на территории. Прям так красиво становится, цветочки расцветают. Но я свои еще не высадила в огород цветы. Ну, а высаживать времени не хватает. Ладно. Пойдемте смотреть, что там в этот раз нам дали. А то многие уже пишут: Настя, когда вы получите очередной паёк, покажите нам быстрее. Ну, ребята, это не от меня зависит. Дали. Сейчас пойдем заснимем, что нам дали. Так, дорогие друзья, разложили. У нас тут ЧП произошло, просыпался сахар. Два пакета сахара я уже пересыпала, потому что он рваный был пакетик. Ну, видать, где-то в транспортировке порвался, ничего страшного. Дальше потом 4 пачки муки. Вот 4 пачки макаронных изделий. Кстати, вот эта фирма макарон очень хорошая. Это не реклама, это просто говорю. Потом 4 бутылки масла. Нам масла уже надолго хватит. 2 коробки яблочного сока. Так, 4 сахара я говорила. Дальше, что здесь? О, в этот раз другая тушенка. Говядина высший сорт. Раз баночка. 2 баночка. И вот такие вот 2 баночки еще. Дальше потом рыбная консерва. Раз банка. 2, 3, 4 банки. Подожди, Оксан, убери, пожалуйста. Сгущенка 4 баночки. Также что у нас тут есть? Гречка. 1, 2, 3, 4 пакета. 4 пакета риса. Так, 2 сока я уже говорила. И в этот раз нам положили вот такие вот пряники. Классические, вкусные, наверное, будут. Вот такой вот сухпай нам нынче дали. Это до 29 числа, получается, за 2 недели. Считаю, очень хорошо, очень все высчитано хорошо. Ну, я имею в виду то, что есть и мясо, есть и крупы, есть и можно постряпать. Так что хороший сухпаёк. Спасибо большое школе. Ладно, мы сейчас с Егоркой-то будем собираться, уже поедем в город ему делать паспорт. Так что оставайтесь с нами. Всем добрый день, дорогие друзья. Съездили мы с Егором сегодня в МФЦ. Если честно, я осталась недовольна. Потому что я постучалась к ним в дверь, она вышла, говорит, я говорю, мне надо ребенку сделать паспорт, подать документы на паспорт. На что она мне ответила? Звоните и записывайтесь. А сами они записать не могут почему-то. Я говорю, как, что быть, где брать реквизиты, платить. Вот придете, когда запишетесь, тогда вам все и скажут. Нет, блин, ну мне по 1000 раз кататься вообще как бы неохота. Я сегодня съездила 100 рублей, потратила на дорогу туда и обратно. Это тоже немало все-таки. Ну ладно, буду записываться, звонить. У нас вот такая вот, видите, проблема сделать паспорт. Будем звонить, записываться в МФЦ. И делать Егорке паспорт. Да, Егорка? Зря скатались сегодня. Вообще прям. Егорка расстроился тоже немного. Но ничего страшного. Постараемся сделать. Сейчас у нас папа придет. Он пошел в магазин купить огурчики, яблочки ребятишкам. И пойдем на огород, скорее всего. Я еще не знаю, что он думает. Но я бы, конечно, бы лучше занялась пристроем. Мне надо делать пристрой. Мне надо там все. Мы зимой, потому что все мешки с чердака, с одеждой, все спускали вниз. И у нас сейчас пристрой. Ого, что творится. И вот хотела бы им лучше бы, конечно, заняться. Но надо и картошку садить. Не знаю, сейчас он придет, скажет, что будем делать и будем заниматься. Если не пойдем на огород, значит, буду я заниматься другими делами своими. Ребята, смотрите, какая радуга красивая. Прям четко видно, слушай, точно. У нас уже вечер, и мы тут с соседкой разговаривали, а тут радуга появилась. Я говорю, Свете, принеси телефон, она принесла. Смотрите, прям даже наверху, смотри, вот, Света, смотри. Классно, красота. Попробую сейчас поближе сделать, чтобы посмотреть яркость. Вон, смотрите, какая красота. Да, у нас дождик сегодня весь, почти полдня ходит. Вот так. Красота. А у соседки среди такие красивые тюльпаны растут. Красотень просто. У нас, ребята, вечер. Мы заняты делами. У меня руки, смотрите, какие. Сейчас вторую руку покажу. Видите, какие?
Мы делами со Светой заняты тут кое-чем. Ну, мы пока это рассказывать, конечно, не будем. Потом покажем видео как-нибудь, что мы делали в целом. У нас дождик опять начался. Оксана, иди туда под крышу, не лази здесь. Сегодня муж достал навоз, сейчас я вам покажу. Муж, это топинамбур, Света. Муж сарайки сегодня вычистил весь навоз вот это вот по огороду. Мы каждый год раскидываем по всему огороду. Света там лазит. Света джинсы одела и себе сама сделала ремень. Покажи, какой ты сама себе сделала ремень. У нас был когда-то старенький вот такой ремень. Она его обрезала и чуть-чуть по-другому. Повернись. Видите, как он на ней красиво смотрится, да? Молодец, старается что-то. Ты наклей просто делала, да, вот да. Это вот? Может, у меня приклеилось. Ну, вот она сама себе сделала ремешок. Красивый, да? Это папа специально вот засыпал, чтобы фундамент не осыпался, не дай бог. У нас фундамент все вот до сюда вот идет. Очень высокий. Тут можно трехэтажный дом спокойно строить. Это все у нас пристроено наш. Можно поставить. Ну, сейчас таки. На какие шиши деньги у тебя есть? Везде все кусты цветут. Черемуха отцвела уже все. Красота. Скоро будем засаживать огород. Курицы наши закрыты. У нас вечер. Ладно. Всем, кто с нами, ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. Всем привет, дорогие друзья. Мы поехали со Светой в город. Мы хотим купить мне туфли на выпускной. Ну или что-то балетки. Короче, что-нибудь себе недорогое мне надо купить. Потому что у меня кроме кроссовок вообще ничего нету. И я одела новый костюм, вот этот вот тройку. И сейчас поедем в город. Я очень надеюсь, что будет автобус. Если не будет, то это будет полный пипец. Да, Света? Света, застегнись, мне кажется, холодно. Сегодня холодно, на улице у нас прохладно. Погода прям не айс. Но в целом нормально. Ладно, идем на автобус. Ребята, мы приехали в город. Я уже купила себе туфли, но мы их дома, да, покажем? И сейчас пойдем в Сбербанк. Не надо снять денежку, а потом фикс прайс. Света просится сходить в фикс прайс. Поэтому сходим в фикс прайс. Ну вот как-то так у нас проходит. Магазин сейчас только пускает в масках и перчатках. Но мы с собой все взяли, поэтому мы сходили. Померила. Там выбора вообще, да, нету? Ну вот выбрали какие-то. У меня, видите, платье-то будет синее. Ну и взяли там синие туфли. 800 рублей в целом. Недорого, я считаю. Так вот. Дома потом все вам обязательно покажем. Сейчас сходим в Сбербанк, надо деньги снять, потому что сейчас, чтобы ученикам съездить, учебники взять, у всех получается в разные дни. Это мне 400 рублей надо на дорогу только будет на им потратить. Поэтому вот так вот идем до Сбербанка. Сегодня прохладно на улице. Прям вообще не айс. Ну, мне в этом костюме хорошо, тепло. Некоторые подписчики написали, что они те, Настя, маленькие. Ну, знаете, ребенок выбрал, значит, все хорошо. Ну, и муж мне сказал, что ничего, они не маленькие, не нормальные мне. А зачем сильно, чтобы болталось, как он сказал. Ну, ребенку тоже понравилось, да, Света? Как на маме сидит. Поэтому я считаю, что нормально. Ладно. Идем до Сбербанка. У нас здесь вот между домами Сбербанк находится. Сейчас денежку снимем и пойдем в фикс прайс. На тетрадки купить что? Не забыть, да? Ладно, идем. Все, скупились. Едем домой. Все, ребята, едем домой. Лавочку себе сделали в парке. Там новая была. Красивая такая. Монстри. А, это пандус просто сделали. Thank you.
Все, ребят, мы приехали домой, скупились у меня пакеты, у нее пакеты. Сейчас идем домой, все вам покажем, что мы купили. Обязательно заснимем все и туфли покажу всем. Но я надеюсь, что этих туфлей мне хотя бы года на два хватит, да, Света? Но я, по идее, аккуратно ношу по сравнению с некоторыми. Поэтому вот так вот. Хорошо, вот смотрите, одуванчики везде расцвели, красота. Потихоньку идем домой. Там у нас, правда, гости сидят. Путем ничего не поснимаешь. Родственники в баню приехали помыться. Как всегда. Мне написали, зачем вы, Настя, пускаете людей в баню. Ну почему я родных себе людей не пущу? Это мои родные. Почему я их не должна пускать в баню? Обязательно пущу. У них тем более нету ни ванны, ничего до дома ведь нету. Поэтому так, ладно, идем домой. Дорогие друзья, приехали уже домой. Покажу, что купила. Света это себе, да, взяла земляничный, клубничный. Потом дальше. Что ты, Света, просила из этого? Вот это вот. Она просила для выпечки. А, что-то 27,50, по-моему, стоит. 27, да. Ну, вот взяли. Потом у нас заканчивается быстрая зубная паста. Тоже купили. На, прибирай сразу. Потом дальше из фикс прайса. Что у нас были? Тетрадки в клетку и в линейку по 18 штучек. Светочка, на, прибирай сразу. Туда не вздумай ложить. Потом дальше. Взяли вешалки. Вешалок у нас не хватает вообще категорически. 5 штучек 55 рублей. Также в фикс прайсе взяла опять альбомчики разные, которых у нас еще нету. Альбомчики вот такие вот. Также взяла вот такой вот органайзер из фикс прайса. Он стоит 99 рублей. Удобно вещи слаживать, да что туда. Потом дальше взяла вот такие вот мыло антибактериальное. Это у нас сейчас, мне кажется, будет постоянная покупка. Дальше взяла вот себе такой органайзер, потому что мой Катя у меня забрала. И я себе взяла вот такой вот по 77 рублей для рукоделия, для пуговичек, там еще для чего-нибудь. Ой, дальше потом взяла в фикс прайсе вот такие вот, вот такой кофе себе. Подожди, Света. Потом дальше мы заходили в цветочный магазин. Света выбрала вот такую лейку на 1,5 литра, стоит 100 рублей. И также Светочка взяла цветы, вот такие вот виолы ей понравились, а я бархатцы, как всегда. И взяли еще 3 вот такие вот горшка на стенку вешать по 50 рублей каждый. Потом мы заходили еще в продуктовый магазин. Взяли сыр, 2 кусочка разных.
колбаски, потом две половинки черного. И я взяла одну селедочку, тут соленого захотелось. И не пишите, что якобы я беременна. Я не беременна. И сейчас пойдем покажем вам мои туфли, которые я себе купила. Так, дорогие друзья, вот такие вот туфли я себе купила. Цена у них 800 рублей. Вот даже на подошве здесь написано. Попробую как-то вот так вот. Будет видно. 800 рублей. В целом они легкие. Здесь как резиночка идет. Но вот в целом они вот такие вот. Каблучок небольшой. Сейчас второй достану. Но мне понравились. Они легенькие, удобненькие. Надеюсь, хотя бы года на два мне хватит. Напишите, как вам они. У меня как раз будет на выпускной голубенькое такое платьишко. И вот с ними будет, мне кажется, самое то. Пишите, как вам. Дорогие друзья, у нас скоро ужин, поэтому я готовлю фрикадельки с гречкой. Опять запекаю, ну, делаю в духовочке. Вот такая вот вкуснятина получается. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. И не забывайте нам поставить лайк. Вот такой вот, ребята, у нас был день. Сегодня тяжелый. В целом мы сегодня со Светой занимались пристроем. Вы давно меня просите показать его. Сейчас, наверное, покажу. Но сразу говорю, тут не айс. Мы сейчас в нем сидим. Тут он, Света сидит, Маша сидит, я сижу. Устали как черти. У меня руки все грязные, как не знаю что. У нас уже вечер. Время сколько уже? По-моему, 10 часов уже. Вечера и очень устали. Света сидит уже вообще спать, мне кажется, хочет, да, Света? Не, все-таки не сейчас покажу пристрой. Сегодня сейчас темно, уже на днем показать. Завтра постараюсь вам заснять. Но вот в целом, вот так вот у нас прошел сегодня день. И мы сегодня, когда со Светой выбирали туфли, ей там. Что тебе, Света, расскажешь, что тебе понравилось? Босоножки с высокой. Да, ей понравились босоножки с высокой подошвой. Я ей сказала, что со следующей ютубовской зарплаты мы обязательно их купим. Дай бог, чтобы была она, эта зарплата. Поэтому мы ей купим. У нас сегодня там несколько видео. Мам, давай, говорит, тебе такие купим. Я говорю, ты что, Свет, смеешься, что ли? Куда я в таких туфлях-то? Там вот такая вот подошва. Света очень хочет, потому что сейчас модно, да, такие. И она очень просит их. Тут Машенька рядышком с нами. Маша, скажи здрасте. Маш. Сидит такая. У нас тут темно, ребят, поэтому извините. Но вот в целом, вот такой вот у нас был день. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока, девочки, махайте пока. Пока-пока.